Дамы и господа, вашему вниманию мы представляем селфи-отчет с конкурса конферансье концертных программ, где лучшие представители этой профессии поборются за звание самого крутого ведущего нашего города. Конкурс конферансье концертных программ. Конкурс ведущих, проще сказать. А чем вот отличается конферансье от ведущего? Конферансье, он умеет импровизировать, может выходить из всех ситуаций, которые происходят с ними на сцене. А ведущий это вот просто чисто по бумажке читает. Родное место для любого ведущего, для любого конферансье – это закулисье. Именно отсюда они смотрят все концерты, именно здесь они переживают, и именно здесь рождаются невероятные импровизации. Там нужно пройти 3 испытания. Визитка, домашнее задание и импровизация. Именно по этим критериям оценивается самый лучший. Я разный. Я натруженный, праздный. Я цель нецелесообразный. Честно, очень волнительно, потому что представляю, во-первых, не только себя, а ДК. Это двойная ответственность, но я думаю, надо справиться. Попытаемся победить за счет харизмы. Это не только будет мое участие, это участие большой команды. А что бы ты сама себе хотела пожелать вот в сегодняшнем выступлении? Уже пусти. Больше рассчитывать на себя и не волноваться. Я в школе учебу легко постигала, в брейн-рингах участвовала, побеждала. Сейчас учусь в классе. Кадетском особо. Дорогие друзья, сегодня вы просмотрели селфи-отчет с конкурса конферансье концертных программ. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Александр Кобылкин, Даша Анискина, специально для Мира Белогорья.